Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале! Наконец-то я дошла до того, чтобы записать видео о совместимости мужчины-девы с другими знаками зодиака. И начнем мы сегодня с мужчина-дева, женщина-овен. Я, как всегда, подглядываю в свои записи, потому что хочу пройти быстро и не задерживать вас долго перед экраном. Это совершенно разные стихии, огонь и земля. Овен очень много пространства занимает вокруг, и этим он, с одной стороны, деве нравится. Но дева, как бы, сама более, ну, сам в данном случае мужчина, поспокойнее и более рациональный человек. Ему нравится, что Овен такая вся яркая, энергичная, всегда сексуальная, но этой энергии, как и у всех овнов, у нее слишком много, она хлещет через край. Овны и женщины, и мужчины, они как бы ни в чем не знают меру. В основном это так, на 95%, скажем, если не на 100. Я уверена, что на 100 у всех это. Очень частое явление. И из хорошего по этой причине они могут сделать плохое. То есть это как попросить, знаете, овна, допустим, вам помочь. Вы трамбуете какую-нибудь капусту. Пришло в голову такое. Например, солите капусту, вы попросили овна помять, так как у вас сил не хватает. Так он выжмет из этой капусты весь сок и превратит ее в конечном итоге в тряпку, потому что остановиться вовремя не может. Это я вам просто как пример привожу. Овны переусердствуют либо во всем, либо в определенных областях. И вот этим они именно будут давить на деву сильно и неприятно. Дева подчиняться не любит, а с овном этой ситуации не избежать практически невозможно, потому что деву будет раздражать долгое поведение такое овна. Поначалу дева обратит внимание, она, конечно, на яркую девушку обязательно обратит внимание, а как же? Меняться им обоим для того, чтобы быть вместе, я считаю, бесполезно, так как у каждого из них есть свои ценности. Овен, она страстная и прямолинейная, и в сексе. А деве больше нравятся женщины помягче. И овну будет тоже не хватать сумасшествия, вот этого сумасбродства в постели и напора от девы. Критику овен не переносит. Замечания мужа ее будут очень сильно раздражать. Она импульсивна и принимает решения по сердцу, вот по импульсу своему, так, как чувствует. А дева так не делает. Она больше опирается на логику, расчет и понятное развитие событий для нее, для девы. Дева просчитывает всегда шаги вперед и подвергает все действия анализу и сомнениям. Очень трудно понимать друг друга. Они едут по жизни как бы на разных рельсах. Знаете, вот одни рельсы пошире есть, а другие поуже. Точек соприкосновения практически нет. Мужчина-дева также тщеславен. Его обязательно надо хвалить. Но для овна это проблематично. Надо не забывать это делать. Если все-таки овен начнет хвалить деву, то дева, например, со всеми бумажными какими-то финансовыми делами в семье, она расправится просто идеально. Его нужно только направить деву и подкинуть вот какую-то идею, потому что у дев с идеями немножко напряженно, зато они смогут сделать дело вовремя и качественно. Это им не занимать. Вместе работать или дружить овен и дева могут, но в семье, скорее всего, вот тяжело добиться понимания, потому что они разные. И вообще, я считаю, добиваться никогда ничего не надо. С самого начала должно быть хорошо. Ну, во всяком случае, комфортно им двоим. Я считаю, что совместимость почти никакая. Любовь иногда, конечно, творит невозможное, и можно все преодолеть и жить прекрасно вместе, но это как бы больше из серии фантастики. На этом сегодня все про деву и женщину Овен. Всех вас обнимаю и целую. До очень скорых встреч. Пока.